Друзья, мы с вами находимся в парке имени Щорса. Здесь за зиму скопилось достаточно много мусора, и будущие железнодорожники, которые стоят за моей спиной, готовы привести парк в порядок. Мы решили провести, ну, такую экспромт-эстафету, поэтому на старт, внимание, марш! Ломая метлы и разбрасывая лопаты, студенты железнодорожного техникума бегут за победой. Подмести, раскидать снег для молодых людей – задача нетрудная. Поддерживает дух соперничества. Не сдерживая эмоций, команда победителей рвется в бой. Дальше убирать парк. Давай, давай! Ура! Как ваша команда называется? Тяга, все решено! Очистить город от загрязнений – это очень даже приятно для всех людей. Ну, как бы, очищает воздух, все от этого вот должно. То есть мы должны город свой держать в чистоте, любить его, не загрязнять. Мне нравится гулять в парках. Мне нравится, когда там чисто, убрато, хорошо. Вот сразу видно, что там убирают за ним, что люди вот любят чистоту. Позвали нас помочь убраться в парке, но мы не отказались, пришли. Просто самому же приятно, что сейчас быстрее растает, и можно сюда будет прийти в чистый уже парк. Тема уборки – это очень, в принципе, здорово, что мы после того, как уберемся, через несколько дней можем прийти в парке, посидеть, погулять с братиками младшими. Команде проигравших, конечно, немного обидно. Еще бы немного везения, и результат мог бы быть другим. Но сильно ребята не расстраиваются. Главное не победа, а участие. Причем не только в шуточной эстафете, а в целом в глобальном наведении чистоты в родной Самаре. У нас были проблемы с метлой. Она немного сломалась пополам. Ну, не знаю, бывает. В следующий раз выиграем. Нам не удалось победить, но мы старались со всех сил. Повеселились, было весело. Почти 120 студентов трудились при наведении порядка в парке имени Щорса. Ребята говорят, как только можно будет высаживать цветы и облагораживать территорию, вновь с удовольствием откликнутся. В красивом городе не просто приятно жить, но и поддерживать эту красоту. Выбросить фантик от конфеты уже рука не поднимется, когда сам внес лепту в масштабную уборку. Если вы, как и эти бравые борцы за чистоту, хотите принять участие в программе «Чисто Самара», звоните нам по телефону 202 11 22, и мы к вам обязательно приедем. Ну а я пошла мыть сапоги.